Праздничная атмосфера царила в фойе Дома народного творчества. Уже с порога каждый вошедший окунался в вихрь народных гуляний. Хороводы, песни, танцы. Местные рукодельницы покорили гостей выставкой ручных изделий. Поздравить православных с рождением Христовым приехал Дед Мороз со Снегурочкой. Но все самое интересное и волшебное ожидает гостей в концертном зале. Спасибо, что ты со мной, за каждый новый день земной, за все, что в этом мире, там люблю я. В зале аншлаг. Рождественские встречи для многих нижнекамцев стали доброй традицией. Поэтому каждый год посмотреть на праздничный концерт собираются тысячи верующих. Всех вас позвольте поблагодарить с праздником. Пожелать вам всего самого доброго, самого хорошего, чтобы в семьях ваших всегда жил Христос, в душах ваших жил Христос. Это тот праздник, когда каждый может отправиться в настоящее путешествие в прошлое, в ночь рождения Иисуса. Но, конечно, рождественские встречи не обходятся без традиционных песен, хороводов, колядок, которые ежегодно организует русское общество. На сцене самые маленькие и взрослые нижнекамцы. Десятки лучших творческих коллективов города устроили настоящий рождественский карнавал. И такие встречи между артистами и зрителями происходят 28-й год подряд. Гости в полном восторге. Все замечательно, очень нравится. Каждый год приходим с радостью и с ребятишками. Поздравляем с Рождеством! Дедушка Мороз всем придет. Здрасте. Он нам принесет вкусную конфетку. Дорогие нижнекамские, поздравляю вас с Рождеством Христовым. Желаю вам здоровья, большого-большого здоровья и всем семьям благополучной жизни. Регина Сулейманова, Максим Липин, новости НТР.